Дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы продолжаем рубрику «Реакция на смешные моменты». Вам эта рубрика нравится, мне тоже по фану смотреть. Я так отвлекаюсь немножечко от этих онлайн-гадочек и вот такой вот расслабончик ловлю. Люди скидывают очень огромное количество разных интересных моментов, которые происходят у них в поединках, а ютуберы это все дело монтируют, и у них каналы созданы только сугубо на этих реакциях, точнее, сугубо на этих фанни-моментсах. Ну, а мы, лентяи, любим их обозревать. Ребят, серьезно, если вам хоть немножечко подобная рубрика нравится, или вы хотя бы за выпуск немножко улыбнетесь или удивитесь, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если впервые, если ролик соберет 30 тысяч лайков, я сразу записываю новую серию. Данный видос, он старенький, несколько месяцев назад он записан, но я его смотрю из-за того, что он собрал неимоверное количество просмотров, значит тут что-то годное, я его лично не смотрел, правда. Если вы смотрели, ну не обессудьте, скидывайте мне... кого посмотреть еще, может какие-то есть каналы, которые я не знаю, просто я пока Тима, Рой, GK я смотрю, у них реально крутые моменты, и прям одни из годных. Ну, может я еще кого-то не знаю, вы обязательно мне об этом в комментариях пишите. Рекламная пауза, друзья, начинаем смотреть. Погнали! Ну что ж, поехали. Буду смотреть со своим мелким братом, поздоровайся, Никит. Всем привет. Никита тоже любит смотреть моментики, поэтому будет с нами смотреть. Поехали. Ро! Видос старенький, поэтому, может, каких-то персов еще нету, пассивок каких-то нету. Я такое в ШД видел. Подписка на канал, лайк равно Лего. Мишка на Мишку. Он отхиливался или нет, Мишка? Короче, медведем зарешало, да? О, такое мне нравится. Что ты там хочешь такой? Просто найди отсюда, блин, букашка. Сейчас вагонетка. Как это? Зацепилась, походу. Я не знаю. Да, вагонетка, она же как стенка. Ты сквозь нее не сможешь пройти. Поэтому я на так и действую. Что они стоят? Серьезно? Блин. Он всех ядом отравил, смотри. Всех троих. И она сейчас убьет всех троих. Я уверен. Да! На! Ну, Ашели. Блин. Ну такое, типа. Я думал, еще Шелли убьет. И что было? 11 кп! А тот завалил Леонов. Я понял. Три Биби. Слушай, ну вот это ее, конечно, отброс. Ой, мимо. 11 банок. 11 банок. Серьезно? Фейспалм. Ненавижу футбол. Ты любишь футбол? Ну, такое. Я вообще эти моменты не люблю с футболом. Мне вообще похер, как они мяч забивают. Ну, я не знаю, что меня должно удивить, чтобы мне понравилось в футболе. Но давайте вот сейчас раньше этот... Раньше было прикольно, но... Но слишком много их, этих... Да. Ну, голы, ну что? Ну, забил он гол. Ну, вообще не прикалывает футбол. Вот в ШД прикольные эти моменты бывают. Да и в Геймграбе тоже интересное. Смотрите, что делает примат. Не, так, оп, нифига. Мортис, супергерой. Нормально. Ага, попался. А нет, не попался. Круто сделал. Мне нравится так делать. На примате перепрыгивать ульту Шелли. Причем опять Мортис, блин, тут у нас. Я тоже так делал, когда на 500 примата апал. Да? Тупо, я понимаю, что сейчас Шелли выстрелит, к ней подхожу и тупо подпрыгиваю. И бывает такое, что Шелли за мной бежит челик, я подпрыгиваю, и Шелли, который выстреливает сзади челика, который бежит за мной, выстреливает. Трудно объяснил. Ну, такой прикольный гол, да, но опять же, я не удивляюсь ему. Мне как-то неинтересно на эти голы смотреть. Ну, потому что я не люблю футбол.
Опа! Ты видела, она дождалась удара? То есть это выдержка, это выдержка, блин. Это как в Clash of Clans прождать, когда прожимать королеву, да? Остается мало хп и используешь инвиз. Так точно и тут. 80 хп, смотри. Но опять же, футбол. И... Так. Тремор. Ну, я бы тоже на вороне тут затащил бы. Просто ульта нужна. И все. Ну и что? Ну и что, капец. Серьезно? А что тут интересного было? Вот все-таки, знаете, вот урон некоторые моменты проскакивают, ну, среднячковые такие. А вот у Тима, когда смотрю, у него каждый момент эпичный. Где он их берет, блин? Подписчики нормальные кидают моменты. 100 хп. Не, ну, не, вот такой момент мне понравился. Вот хоть я и не люблю футбол, вот этот момент был красивый. Блин, качество ужасное. Ну, подписчики не всегда могут записать качественно и скинуть ютуберу. Хорош. Ни разу не попал. Я хотел записать ролик про двойной-тройной прыжок Динамайка. Интересно было бы вам? То есть такие моменты прикольные, когда он подпрыгивает в два раза выше. Точнее, просто двойной прыжок делает не в два раза выше, а двойной прыжок. Iron Man. Пум, мимо. Пум, пум, пум. И в итоге этот затащит, да? Смотрите. Опа, 700 хп. Хорош, хорош. Было прикольно, чтобы он от яда сдох. Ну да. Поменьше бы хп было, поэпичнее бы было. Так. Примо! Этот видос собрал почти 2 ляма. Или, не, подожди, лям с чем-то. Этому я никогда не перестану удивляться и радоваться. Вот эта жвачка Биби, она просто идеальная. Но опять же, это не лучший момент, который я видел с Биби. У Тима были покруче. Но Ро тоже красавчик. Тоже монтирует, ищет разные классные моменты. Так. Опа! Мне кажется, такие моменты случайно не с автоатакой происходят. Типа нажимаешь на автоатаку и ты кого-то убиваешь. Я видел, когда чел стоит в кустах, он кидает туда ульту. И он убивает его, ну это жесть. И снова футбол. Последние секунды забил. Да. Он что, двоих притянул? А-а-а! Он притянул одного, и бык на ульте подлетел. Красиво было. Вообще, я обожаю Джина. Вот так вот просто на раз-два Тиму заделал. Красава. Только что третьего не добил? Мне кажется, или в этом ролике постоянно кого-то не добивают? Хорошая ракета была от этого. Обычные будни Шелли, капец. Походу, этот Мортис сейчас топ-1 возьмет. Да? Мне так кажется. Да, вот это прикольно, реально. Не, ну серьезно, вы видели, сколько танков, робот, и Мортису выжить в такой ситуации, это сильно. Вот этот момент реально очень крутой. Сам себе пас дал, да, и гол забьет. Скиллуха, скиллуха. Я так не делаю. Я так не умею делать. Походу, сейчас мортиру притянет. Чекайте, я Ванга. Да. Я Ванга! Ну, просто уже этих моментов много видел, и поэтому немножко читаешь, что сейчас будет. И сдохнет в воздухе. Просто, блин, разорвало его, блин. Мне так понравилось, как он сдох, и с него кристаллик упал на землю.
Но этим, понимаете, я выбрал видос, который набрал больше всего просмотров. Не больше всего, а ну, больше, чем остальные. Вот, и просто урони все видео, там, самое топовое. Но все равно мне очень нравится их смотреть. Были моменты, которые так себе, были моменты, которые прикольные. Ну, прям, чтобы вышка, топ, не знаю, напишите в комментариях, какой момент вам больше всего понравился. Ждем роль, ждем видео от Тима, он скоро, думаю, выпустит новый видос. И обязательно сделаю реакцию. Ставьте лайки, чтобы новый видос вышел как можно скорее. Всем спасибо за просмотр. Че молчишь? Всем пока. Всем удачи и всем пока, друзья.